Здравствуйте, друзья. По моему опыту, вот сколько уже целый год я делал вот, канал на YouTube, сталкивался с таким вопросом, удаленное управление Arduino, как бы людям это очень интересно, многие интересуются этим, и я решил разными способами вот, найти вот, решение проблемы, управлять Arduino издалека, то есть с любого конца мира, и наткнулся на такую программу TimeViver, то есть при помощи вот этой программы можно удаленно управлять компьютером, Android устройствами и так далее. И решил вот управлять при помощи вот этого TimeViver удаленно Arduino. Давайте посмотреть видео. Я видео сделал, потом продолжим. Итак, друзья, сделал этот на Arduino собрал устройство, то есть здесь это 4 реле DHT22 и решил управлять удаленно Arduino при помощи TimeViver. Вот такая программа есть. То есть это на Arduino Mega вот это Shield V5100 подключен к сети. И этот при помощи TimeViver удаленно хочу управлять. Давайте посмотрим, как это работает. Вот. Сейчас это включаем TimeViver. Вот это идея у меня уже здесь есть. Вот это есть. И подключаемся. Набираем пароль там на удаленном компьютере. Это у меня каскада на компьютере запущена. Не запущена. Отсюда можно и запустить. По-моему. Ну, сейчас посмотрим. Так. Набираем номер, пароль и подключаемся, продолжить. И на удаленном компьютере, вот у меня, так, на удаленном компьютере, вот это каскада запущена, не запущена, сейчас запускаем каскаду. Вот запустили, вот подключился, и температура показывает, ну надо, вот это мешает от TimeViver, надо это на угол, сейчас я там на компьютере перетащу, здесь как-то не получается. Так. То есть здесь это каскада запущена, у меня вот сейчас 28, температура показывает 4% влажности. Вот здесь тоже самое наблюдайте, релешки сейчас попробуем включать. Вот включили, здесь это показывает, что включено. Немножко, вот чтобы включился, вот на туда и сюда подвинуть, вот красный включились. На кнопку уже как-то уже немножко по-другому реагирует, вот сюда и сюда включилось, и здесь тоже показывает, какой включено. Вот это зеленый. Все четыре включено. Отсюда выключаем. Опять. Выключили. 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 И выключили. Вот таким образом работает это все. То есть удаленно с любого конца мира уже как бы при помощи TimeViver, вот при помощи вот этой программы можно управлять Arduino. Остальные на компьютере объясню. Отсюда уже отключаю там на удаленном компьютере, вот отключаю каскаду. Сейчас. Вот отключил каскаду. То есть сейчас там это выключился. Можно опять включить.
Отключился. Все. Все так все. И отсюда опять включили вот этот. Вот посмотрите, вот туда сначала и сюда блок и включается. Вот это тоже третий, четвертый. Вот так очень просто. Вот можно при помощи каскады, вот это, то есть не каскады, а программы TimeViver управлять удаленно с Arduino. Релёшка, когда включено, здесь это как бы все потеряется. Вот так. Остальные на компьютере. Так, это выключим. Теперь посмотрим, как это, что это такое. Вот. Сайт TimeViver. Вот это надо отсюда скачать, вот TimeViver. Скачайте, устанавливайте на компьютер. Также это можно отсюда вот здесь где скачать на мобильные приложения. Можно уже этот устанавливать на мобильные устройства. То есть разные здесь. Надо, чтобы и на мобильном устройстве было. То есть, если у вас будет из мобильного устройства, с телефона, вот надо вот на телефон как бы устанавливать. Вот здесь уже разные приложения для разных вещей. И, то есть, для этот айфонов есть, для Android устройства. Вот отсюда можно скачать, устанавливать приложение на этот Android устройство, ну на мобильное устройство. А для этого, для компьютера отсюда можно загрузить и устанавливать. Давайте посмотреть этот, что за программа. Вот я, вот эта программа здесь, сейчас я запущу. Вот эта программа, это вот чтобы все это работало на компьютере. Вот это у каждого компьютера вот ID выдается. Вот 607 у меня, допустим, 435, 121 у меня. У вас другой будет. Но это я удалю после вот этого видео. Он мне не нужен. Я просто показываю. Поэтому и ID вас показываю, и пароли, и все. Так, вот ID получается. Вот это ID неизменно всегда будет. Пароль здесь может измениться, но отсюда можно вот есть задать лишний пароль. Если лишний пароль задавать, пароль постоянно не будет. То есть у вас вот это на удаленном компьютере, если вот эта программа надо, чтобы была запущена, и потом откуда с любого места земного шара уже подключаетесь, там вот это, видите, пароль сейчас такой, можно этот пароль, а можно самому здесь задавать, чтобы постоянно пароль один и тот же был. А это каждый раз будет меняться. Если я его включаю, вот пароль будет меняться. Вот так. И этот вот это запустили, допустим. Так, у меня вот каскада вот на Nox. Вот здесь вот в данный момент, вот это сейчас отключу, все это у меня работает вот в данный момент. Вот сейчас я выключил, и посмотрите, что происходит. Я сейчас отсюда с мобильного устройства попробую опять включаться. Ну, пароль здесь я забыл какой. 7448. Так. Так. Сейчас этот с мобильного устройства попробую подключаться опять. Вот на мобильном запускаем ID, набираем и удаленное управление. Сейчас подключится и будет у меня тут пароль спрашивать. 74 48 74. Ок, соединяется. Вот у меня соединился. То есть в данный момент сейчас я с удаленного этого каскады. То есть это удаленным компьютером. Я в другом месте нахожусь. И отсюда вот уже могу подключить. Сейчас буду подключать. Вот каскаду выключена. Я подключаю каскад. Вот каскада подключила оттуда.
Отсюда уже температура показывает влажность. Вот кнопку, вот первую кнопку включил, то есть первый реле, второй реле включил, третий реле включил и четвертый реле включил. Все здесь выключились. И отсюда также вот это я выключаю, вот опять выключил. То есть удаленно, самый главный, вот этот Time Viver у вас включен, чтобы было, и вы знали пароль, и удаленно все это легко управляется. То есть не только вот Arduino, а и с компьютером, что хотите, можете делать, можете там... Я попробовал вот это с одного компьютера на другой, FL Prog в одном, с другого там этот маленький проект создавал, попробовал, и все это получается. Вот таким образом все это работает. Сейчас я отсюда отключусь, сейчас у меня подключено Time Viver, но каскада, видите, я уже отключил, сейчас Time Viver отключаю. Все, отключил, и я удаленно вот отключился от этого компьютера. И Nox тоже закрываю. Окей. Вот таким образом все это работает. И вот у меня вот это надо выключить. Так что вот этот Time Viber постоянно будет включен, а пароль будет знать. Вы сами можете пароль назначить, чтобы каждый раз он не менялся. И издалека уже удаленно можете с компьютером что хотите делать. В данный момент я управлял с Arduino. И еще давайте этот VFL Pro покажу, что там есть. Многим вот интересует данные по сети. Вот эта температура и влажность, чтобы... посмотреть, вот я что делал, вот этот Time Viver надо отключить, он да, долго открывается. Пока это выключать тоже не надо. Выключили. Так, и давайте вот файл вот последний, который там, вот это. И покажу вот это на Arduino, что я. У меня там этот Arduino Mega, на Mega вот это Shield W5100 стоит. Сейчас откроется, все это покажу. Так, вот такую схемку собрал. Тут это 4 релешки, вот выхода. Т-4 Т-триггера через R-Trig. А, вот почему у меня там... Вот эти R-триги у меня мешали, надо было вот эти, вот там, чтобы вот эти кнопки включились, надо было вот это, вот так двигать, чтобы включились. Вот R-триг стоит, из-за этого у меня там трудом включался. Вот эти не надо было, наверное, R-триги оставлять, они быстро будут включаться. Так, то есть, что сделал? Вот те триггеры, 4 реле, здесь DHT22, и этот, на дисплее, у меня на дисплее показывает, и здесь, сейчас покажу. Давайте свернем еще раз, развернем. Так. Modbus Slave устройство. Вот устройство коммуникации, MAC адрес такой, порт такой. То есть, вот когда делаете, лучше здесь сделать, получить IP по DHCP, чтобы IP адрес не назначать там порт, вот эти шлюзы не устанавливать. Вот получение IP по DHCP и автоматически вот это
Вот наш Arduino получится IP от роутера. И там уже дальше, если к сети подключен, в роутере посмотрят IP-адрес какой, и все. И здесь переменные флаги. И так, температура integer, два integer, один на нулевом регистре, второй на первом регистре, и это кольцы. Вот у нас нулевой регистр занят, это у нас адрес получается до 15-го, и этот, и первый регистр до 31-го адреса, и уже у нас кольцы пойдут 32-й, вот, 4 реле и выходы, чтобы посмотреть, там включено или нет, там лампочки у меня загораются. Вот таким образом все это работает. Так, все просто. И при помощи вот этого таймвайвера очень легко, очень удобно как бы управлять Arduino. И, то есть, это к чему я говорю. Обычно вот затруднение с получением IP-адреса, статического IP-адреса получать, чтобы это все... Но здесь уже никакого IP-адреса не надо. Вот это TimeWire установили, пароль есть, и это и безопасно, как бы все это получается. Безопасности. Насчет безопасности тоже безопасно получается. И кроме того, вот здесь разные функции, не только вот Arduino управлять, можно и конференции, и все. Здесь есть платные для этот, коммерческих организаций, то есть для физических лиц эта программа абсолютно бесплатна. Вот о чем я хотел сказать, это очень удобно, попробуйте, сами убедитесь. Спасибо за внимание, до свидания.